открыть NTN на ресивере SAT Integral. Заходим в меню, установка, патч меню. Потом вправо нажимаем до тех пор, пока не появится вот здесь надпись BIS. Нажимаем красную кнопку добавить. Первая строчка провайдер ID 1.2.0.1.FFF. Потом сам ключик AC 1.2.3.4.0.0.4.3.2.1. CA 0.0. Нажимаем ОК. Вот он сохранился в конце. После этого нажимаем кнопку Info. Кнопка Info находится здесь. 12.399. 27.500. 1C98. После этого нажимаем ОК. Вот тут все сохранилось. Сам ключик есть. После этого нажимаем Exit. Все, NTN появился.